Смотри, это кузнечик, блин, он жареный, и я не знаю, где его взяли, но... Ну, я должна его съесть. Он пахнет как горелый спайс. Смотрите, а на вкус как греночка. Я тоже думаю, что это... Как греночка. Нет, я это делать не буду. А с белым вином вообще шик просто. Да, всем советую.